Мое почтение, дамы и господа, вы на канале Best Video Games, с вами Headcrab, и мы продолжаем наше прохождение игры Ведьмак 3 Дикая Охота. Так, ну, настало время, в принципе, отправляться на Скеллиге, но, честно говоря, сначала я хочу повыполнять дополнительные квесты, которые у нас имеются. Их довольно много, и я хочу сейчас по порядку по ним пройтись, заодно и знаки вопроса посмотреть по территории. Дополнительных квестов у нас достаточно, чтобы еще немножко насладиться Велином. Так, ну и первое, что у нас есть, это Кабре. Опять же, задание от Лютика. Значит, встретиться... Стоп, вот оно. Одолжить у мадам Ирен бутафорский меч. Для каких-то, не знаю, сексуальных утех Лютика, наверное. Ну и отправимся, в принципе, по этому заданию. Ух, как у нас... Не знаю, тут... Чем-то здесь смердит. Разлагающееся мясо человеческое. Вот острый нюх у Геральда, в принципе. Извиняйте. Вот такое бескультурщина. Что поделать? Так, а далеко ли это? Я что-то бегу и даже не замечаю. Нет, совсем недалеко. Вот оно где находится. Да. Там еще какое-то задание есть с вопросительным знаком. Тоже надо будет как-то посмотреть, что оно там. Мандибулы. Как говорится, барный у тебя и твоя мина. А ведьмак ловчий. Все сходится? А, стоп. Стоп. Не сюда. Да. Вот такие тут загоулки. Видал ты этих бедолаг, что с Велина бежали? Сейчас одного доноса. Блин, что-то тут задрали не со своими этими лабиринтами ублюдскими. Где эта сука? Вот она. Рада тебя видеть. Мне нужен реквизит. У меня просьба, я хочу одолжить кое-что из вашего реквизита. Бутафорский меч. Зачем он тебе? Еще не знаю, но Лютик утверждает, что он ему нужен позарез. Я так и знала, что с этим как-то связан мастер Лютик. Мастер Смею Лютик? Надеяться, вы не собираетесь со мной конкурировать. Прошу. Благодарю. Постараюсь его не повредить. Будьте здоровы. Мастер Лютик, ну ты, блин, меня насмешила своим этим выражением. Лютик, мастер, это два слова несовместимы. Проголодайся. Так, извини, блин, у него там вылетает из рук вообще все, что возможно. Так, и что, мне сейчас надо возвращаться к этому Лютику с этим мечом бутафорским, черт побери. Зачем ему он хочет напугать на кого-то, что, тяжко. Кого-то, что ли? Ой, тяжко. Так, ну, давай. Нажми, поднажми еще немножко, Геральт. Нет, я не прошел поворот, все нормально. Просто тут такая загогулина. Да, вот эти вот мелкие улички. Старые европейские. Так, вот и я вернулся. Хотя я вот не тут. Не понял, кому это встретиться с Лютиком у дома. Блин. С холастики. А зачем ему тут? Где он? Где этот, блин? Лютофер, блин. Вот я должен тут с ним встретиться. И что дальше? Там же не было написано ночью встретиться или что-то подобное. Где этот ублюдок? Мелкий. Хочешь записаться в стражу? Теньки бы постоять. Так, давайте посмотрим. Точнее, что нам по заданию. Встретиться с Лютиком, если я был свободен. Лютик, сволочь, где ты? У дома с холастики. Ну вот, я на месте. Что бы такого соорудить на обед? Может, сверху там где-то сидит маленький балбес? Нет. Миллион взять, миллион отдать.
Выходит, уже 2 миллиона. Эй, вы двое, убирайтесь. Но, господин охотник, мы же никому не мешаем. Никого не надоедаем. Так, это кто такие? Пошли прочь, пока не пристрелил. Что тут происходит, ты чё? Хорошо развлекаетесь. Неплохо, спасибо. А хочешь, и с тобой развлечемся? С удовольствием. С удовольствием. Но вам будет не до смеха. Ух ты! 32 уровня, да чё ты? Нет, 32 уровня, нахрен мне с ними напрягаться, чёрт побери. Воу, в спину мне стрельнули. Так, стража, давайте что-то делайте с этими ублюдками. Махает мне рукой. Так, ну все, блин, пошли в жопу, не буду я с вами. Снова он на обед опоздал. Ничто не вызывает такой жажды, как торговля. 32 уровень, охренели, блин. А я могу стать ведьмой? Чурки. Ну, пожалуйста, а что здесь? Хочешь запираться в ведьмак? Что? Что? Так, мне бы гнусный же ты. Что случилось? Опять на меня что ли сагрились, ублюдки? Так, с этим лютиком, короче, что-то неправильное какое-то задание. Поговорить так, с лютиком дожить у мадам Бутафорский совет с лютиком у дома схоластики. И где этот придурок? Ладно, потом вернемся к этому заданию. Так, что-нибудь взять такое-нибудь поприятнее. Враг народа. Рассказать Радовиду, что удалось узнать о Филиппе. Давайте возьмемся за это задание. Так, а где оно? Он, в принципе, в Оксимфурте, да? Да, он в Оксимфурте, но, в принципе, я могу по пути тут некоторые знаки вопроса посмотреть. А заодно я хотел бы еще узнать, что тут за задание такое. Перед этим дурацким путешествием, ладно. Не знаю, что-то... Лютик не особо, блин, идет на контакт пока что. Займусь чем-то другим. Блин, 32 уровень, вы охренеть. Же это тебя стража в город отпустила. Мне, в принципе, не было смысла с ними напрягаться, там тягаться. Я слишком долго бы с ними махался, не факт, что победил бы. Не крутись тут. Так, мне нужен тот знак вопроса, посмотреть, что это такое. Что за задание? Это что за... Седой, иди сюда. Да, это точно проиграл все в карты. Так, тут даже 2 задания получается. Седой, иди сюда. Седой, да. Здорово. В чем дело? У нас, сударь ведьмак, беда. Ищем мы раненого товарища, но и найти его не можем. Бедняга, должно быть, кровью истекает. Вы ведь разных чудищ выслеживаете. Так может, и к нему приведете? Мы хорошо заплатим. Почему бы нет? Время есть. Ну так ведите, сударь-ведьмак. Как можно скорее, а то ведь несчастному помощь требуется. Может, вы сперва мне дадите след? Ах да. Бежал он к порту. Из каналов. Из каналов? Вонь сточных вод я везде узнаю. Так, что-то мне кажется, что это какие-то два разводила меня хотят, короче, где-то, блин, зажать. Зажать в подворотне. Еще один страшило. Так, их 3, да? А что за задание? Может, я отвлекусь от своего основного? Как он называется? Гвин, так. А, блин, я что-то не пойму, не могу понять, где это задание.
Вместо нападения на Макса и смотреться, используя... Он спешит с Геральт, познакомился с краснолюдом по имени... Нет, это не то. Пойти по запаху крови из-за каналов, используя... Вот оно. 11 уровень, в принципе, не страшно, да? В принципе, не страшно. После бравого налета Геральда и 3 смерти колдунья решили отыграться. Черные вооруженные отряды по всему городу, после тех, кто хоть напоминал... Так, ну, надеюсь, что это задание, да? Ну вот ведьматье чутье. Так, они говорили, что... Да, ну так не пойдет, честно говоря. С канализацией. Сил нет. Сразись! Отъявись! Ой, блин! Выходи на бой! В этот раз ты так легко не отделаешься. Опять этот полудурок. Да ты приятелей привел. Они что, все деви ягодки обед приносили? Нет. Справедливее будет, если мы выйдем на тебя сам третий. Да? Да, ибо ты обманул. Ты не сказал, что ты ведьмак. Да ты уже достал, чувак. Ты не спрашивал, раз уж собрались, установитесь. Не, сюда бы он не полез, ведьмак что-то напутал. Так, я не понял, это что задание какое-то отменилось задание? Что за глюки? Что это был за глюк такой? Где ты, я тебя видел? Я тебе морду не бил? А? Можем сделать это здесь? У тебя сегодня плохой день. Зараза! Никуда порядочных людей! Ах ты ж! Ой, неужели я его уже убил? Пригрел бы я какую-нибудь бутылочку. Так, а что случилось с этими ублюдками? Я не понял. Задание провалил. Легко же, сука. Да пошли вы в жопу, блин. Какие-то глюки, блин. Смотрите, сударь, какая прелесть. Так, что у тебя там? Покажи, что там у тебя. Офигеть, у тебя прелесть тут, блин. Говнище какое-то. Зато есть 600 монеток, и я этим воспользуюсь. Тебе все скину. Все ненужное. Шоры. Я не помню, шоры я одевал на своего коня или нет. Вроде как одевал. Так, майки оставлю, в принципе, может понадобится. Шкуры к черту. Где я набрался этих мелочей и безделушек? Не пойму. Так, что там еще у нас? Можно на продажу. Больше нечего, да? Большой синий мутаген. Это я письмо забрал. У этого парнишки, которого наконец-то я замочил уже. Бывает. Надо бы прочитать это письмо. Так,
Ягодка. А, блин, вот этот придурок, который за ягодку со мной драться постоянно норовил, блин. Тот он встретил свою смерть. Клинка. Так, что-то задание, блин. Скинуло задание, это не очень не понравилось. А это что за курьерская доставка? Вообще какое-то древнее задание второго уровня. Кстати, оно недалеко находится. Можно сбегать. Быстро выполнить. Почему бы и нет? Что-то я устаю от этого города, Новиграда. Мне бы лучше всего частенько вылазить где-то на... Покажете? Ух ты. Добро пожаловать в мою мастерскую. Добротная работа и разумные цены. Слушай, я тебя раньше тут не видел. Я ищу кого-нибудь, кто сумеет изготовить предметы по чертежам мастера. Я никого такого не знаю. По крайней мере, в городе. Был когда-то Хатори, но он отошел от дел. Профессиональное выгорание, понимаешь? Теперь пельмени лепит, но я даже не знаю где. Ем-то я только дома. Ой, да пиздёшь это, он уже опять, блин, кует мечи. Ну, какие-то говняные мечи получаются у него. Так, Смастеришь для меня одну вещицу? А что ты умеешь? Мне кажется, ты ни хрена не умеешь. Да, не тот ремесленник, короче. Абсолютно бесполезный ублюдок. А вот товары посмотрим. Покажи мне свои товары. Бутафорский меч. Так, а у меня же есть один бутафорский меч. Да, вот. Есть. Это по заданию. Так, разобраться стану из счастья. Скельский длинный меч. Говно. Это уже было. Говно. Серебром. Толтрун, ни хрена себе, что такое. Посмотрим. Меч зубрезгов. Так, не впечатляет, не впечатляет. Подмастерье. Сторонные камни, да? Но это сладко. Эти вот простые, обычные. Мне нужны какие-то помощнее. Блуждающий гром. Серебром. А это болты. К черту. Болты не особо интересно. Так, из ингредиентов я не знаю, что... Что у него можно купить? Ладно, не буду я заранее запасаться ненужными вещами. У него есть 1000 золотых, и мне надо каким-то образом ему втарабанить на эту 1000 какого-то говнища. Перстень с изумрудом, вот. Забирай. Двемериты и кандалы. Забирай. Благовоние, вот это вот говнище. Прах понадобится, ферштех не знаю. Возможно, тоже понадобится еще. Так, и все, больше нечего ему продавать. Можно, конечно, вот трофей туманника ему скинуть. Но на 8 золотых стоит, но вообще не стоит. Блин, 500 золотых вернул, все, хватит. Будь здоров. Научился какой-то меч новый изготавливать. Тоже неплохо. Ну вот, пожалуйста. Еще один страшило. Чего все такие неприветливые в этом городе, я не понимаю. Какого чё? Это что тут? Больше 3 не собираться, ублюдки. Кстати, а можно портануться быстренько, да? Конечно, можно. Можно и нужно. Это бежать через город — неблагодарное дело, блин. Столько всяких похабностей в свою сторону слышу. Один запасной? Он их что, теряет? Нет, 2 меча, деточка, чтобы мочить вдвойне эффективнее. Кто тебе поставил? Рюганские солдаты.
Так, значит, тут... Я буду за тобой приглядывать, белоголовый. Так, отправиться на место нападения на Магнуса и осмотреть, использовать мачье чутье. Ничто так не воняет, как краснолюдский самогон. А вот и бутылка. Здесь на Мукса напали. Ну и там рыбак, вижу, рыбачит клёво. Так, ну и по этому запаху самогона можно сейчас... Не крутись тут! Найти этого краснолюда, да? Что с ним случилось? Блин, ну ведьмак реально. Шаман, если он по этому запаху может вычислять. Ой, кто-то тут перелез. Через стражников пробежал. Смотри, это что такое? У него какой-то маршрут был не очень. Почему у вас такие странные глаза? Держись от меня подальше. Так, тут вот он проходил. А дальше куда? День как день. Ага. Что происходит? А вот, сюда. Тебя ждет. Это он, что ли? Отдавай документы, вор. Я вор? Я же их честно выиграл в карты. Мукс говорит, что на него напали. Он проиграл, потребовал бумаги назад. А когда я отказался, так засадил мне бутылкой по башке, что я едва убежал. Так, быстро отдавай. Я вот что скажу, или ты отдашь мне эти документы, или я их сам заберу. Думаешь, я дам себя запугать? Ах ты ж. Чё-то... Перестань, не трожь. Сидуй. Довольно, довольно. Я все отдам. Забирай. Я все отдам. Какого хрена ты выпендривался, ублюдок? Так, мне надо вернуться, наверное, по выполнению задания. А куда вернуться? Ага, вот сюда. Блин, а хрена ж мне телепортироваться. Я и так сбегаю. Блин, да какого черта я бегаю? Как там лошадь вызывать? Я уже забыл совсем. Плотву. Блин, надо... Блин. Вспомнить. Управление. Так, привязки клавиш. Ведьмачье чутье, нужен знак. Позвать лошадь Икс, отлично. Почему не свистит? Блин, реально не свистит. Нажимаю на Икс. Плотва, ты чё? Чё-то не ладно. Да случилось, плотву не могу высвистать. Так, ладно, выполню это задание. Где этот ублюдок мелкий? Ну и? Я нашел грабителя, который забрал твои документы. Не может быть! Идем к нему. Ты его прижмешь, а я заберу свое. Спокойно. Этот человек утверждает, что не нападал на тебя. Он говорит, что ты проиграл свои бумаги в карты. Бессовестный тип! Ах, тетка Розалия всегда говорила, что на лжи далеко не уедешь. Это бумаги моего начальника. Свидетельство о собственности на каменный дом в Энгерберге. Что-то меня немного занесло. Я напился и... Правда, проиграл их в карты. А потом разбил бутылку о голову победителя. А что было делать, если он не хотел отдавать их добро? А потом эта сволочь вытащила оружие, и я убежал. Только без этих документов мне домой никак нельзя. Вот, теперь плати. Заплачу, конечно, как же иначе. Отдам все, что осталось. Так, а что там у тебя осталось? 20 крон всего? Мелковато как-то, блин. Один опыта получил. Охренеть, заданица.
Так, что у нас тут есть интересного? Так, пробегусь-ка я по этим знакам вопроса. Надоело, блин, такие тупые задания выполнять. Немножко помахаю мечом. Меня смущает, что плотву не могу вызвать. Воу, я что-то утону сейчас еще в этом болоте, блин. Как я в такое говнище попал? А что там я на отметке сделал? А, ну все правильно. Такую погоду. Так, ладно. Поплаваем немножко. Вперед, Геральт. Плыви, братушка. Плыви. Данский солдат. А вот и оно, то место. Ой, отлично. Немножко помахаемся. Сука. Водяная баба, блин, охраняла. Не особо она там сильно кого-то охраняла. Кайло. О, это ж получше. Забираю. Клинок из берега ворота. Так, мы дальше сюда побежим, но перед этим посмотрим, что это за клинок. Эликсиры. Так, вот он. Это у нас стальной меч. Но по характеристикам 21 уровень. В принципе, неплохой, но он уже уступает моему мечу по характеристикам. Это не есть гуд, поэтому в топку такое говнище. Так, тут лучше уже с мечом бегать, тут такие дикие земли. Ой, наконец-то, блин, плотву удалось вызвать. Неужели? Неужели? Я уже перестал надеяться. Но пошла. Какие-то звери есть. Не особо хочется на них отвлекаться. Так, что там? Ускоряемся. Волки. С волками не хочется тут сейчас впрягаться. Бегать за каждым. Сокровище под экран, отлично. Кто охраняет? Бабка. Ах ты ж ублюдочная сучка. 15-го сразу же, нормально. Мутаген из водной бабы. Так, а что за сокровище? Где оно тут закопано? Вот оно что, Михалыч. Кавалерийский, отличное седло. Короче, не очень, мне кажется. Надо посмотреть, на моей лошади шорыш должны быть. Я бы их продал уже давно, да. Есть тревога лошади 20, от это. То же самое можно продавать, в принципе. Одежда тоже говняная, 30. Ой, тут по-любому у меня уже Next Generation обмундирование. Так, а чё это значок не ушел? Оп, все, следующий, сказал заведующий. Вот сюда тут прям сразу две какие-то скрытые. Это вот мне бы какие-то камни силы находить. Немного подкачиваться не мешало бы.
Так, надо как-то это озеро обогнуть. Да. Ух ты! Ну что, паскуда? Обязательно ее надо замочить. Иди сюда. Воу. Так, мне кажется, тут надо немножко другую тактику выбрать. Квенчиком. Ух ты. Кровотечение. Кстати, а куда делись мои обдолбанные способности? Черт побери, мне надо обдолбаться. Туман, я вижу знаков, небо закрыто облаками. Так, нет. Нет. Блин, они уже использованные, кстати. Виверн, то, что мне надо. Скажу, убитый противник ускоряет восстановление здоровья. Нет. Наносим на врага восстанавливает здоровье. Выпить не могу. Так, ладно, тогда мне надо что-то вот, например, это. Во время боя нельзя, охренеть. Я очень рад, что нельзя. Хорошо, ну хоть этот вот меч я могу помазать от. Драконоида, вот. Да, хоть это можем. Так, мне надо как-то, блин, хпшечку поднять. Что-то я совсем разучился с ними сражаться, с этими ублюдками летающими. Ах ты ж, сука. Ой, хорош, с одного комбо уложил. Птаха, черт побери, яйцо куролиска. Пьер, я все, малый красный мутаген забираю. Реально на петуха похож, ублюдок. Блин, вот, надо помедитировать немножко. Из-за того, что теперь обдолбаться не могу, придется медитировать до утра. Отлично. Заодно, короче, и это вот напьюсь отваров. Так, где он? Виверна. Вот, вот это хочу. Отвары Кимы. Блин, так. Где Виверна? Уралиск, вот Виверна. Вот так и до тех пор, пока не закончится битва, отлично. Все, теперь я в полном тонусе. А это что? Таксимфорд? Нет, это я думаю, да, это не Таксимфорд, это Новиград. Так, а мне, в принципе, этот, кого ты там легаешься, это овечек? Поскакали. Надо закончить эти знаки вопроса тут осматривать. Пора бы уже закончить дело с ними. Да, куча там накеров, ублюдков. Не буду с ними я завязываться пока что. Вот, рассадник чудовищ. Где-то тут внизу. Как бы туда спуститься-то, а? Можно, в принципе, ар, да? Да. Ардик мне понравился. Блин, неужели мне туда... Да, заплывать придется. Это говнище. Ненавижу, блин, эти туннели всякие. Обитают жуткие существа, тролли, ублюдки всякие, земноводные, туманники. О, да тут у нас, смотрите, кто... Так, ну тут квенчик
стопудово. Ах, ты ж достал. Ух ты. Блин, тут еще из-за воды не очень приятно. Да что ж ты? Не так уж его просто замочить, кстати, этого голема. Да что ж ты застрял, Геральт? Долго его мочить, этого голема. Геральт, уворачивайся. Блин, короче, тут надо от этого отпрыгивать полностью. Перестарался. Все. Фу, 17 уровень, что-то так напряжно с ним было биться, прям напряжно. Что, из него ничего не выпало? Не, ну так нечестно, ребятки. Тут что-то должно было быть очень хорошее. На самом деле. Грозный голем, короче, какой-то попался. Неправильный. Школы кота. Так, все что ли? Этот голем реально охранял чертежи школы кота. Довольно неплохо охранял. С ним было не очень приятно, конечно. Ух ты. Сделаем дырочку. Здесь что-то есть. Где там артефакт Кейры? А, артефакт Кейры. Это, да? Ой. Блин, что-то... Нет, это, видимо, не тот артефакт Кейра. А какой? Я уже всем подзабыл. Так, вот, ксеновок смотреть необходимо для задания. Талисман, предмет необходимый для задания. Я не помню, честно говоря. Что тут надо использовать? Реально не помню. Ксеновокс. Кира, чем ты мне? Да уж. Вот это, блин, проблема. Теперь не помню. Чем меня там Кира Мэтс наградила?
Да, это невозможно установить, не знаю даже как. На Е нажму, что ли. О, ну, на Е нажму. Ага, все ясно. Блин, а я думал, что это он должен использовать как-то по-другому свое умение. Так, там еще какие-то ублюдки, скорее всего, да? Что у нас тут? Какая-то, блин, лаборатория. Краснолюдский спирт, он везде, блин, присутствует. Слава Севера, ух ты. Ну-ка, покажись-ка. Так, ну у меня круче, в принципе, да? Да. Ну, конечно, так звучит прикольно, мощь Севера. Но на самом деле не крут, не крутой этот меч Севера абсолютно. Тут какие-то, блин, серьезные запасы кто-то оставил. Закрыл, кстати, печатью этой, наложил заклятие. Какой-то чародей. Но, блин, это же Геральт. Его ни хрена не спрячешь. Хорошо, что кошку не использовала, то опять бы потом приходилось бы или мед выпить, или медитировать. Того-то вот не стоило тут, честно говоря. Быстро разобрался со всеми ублюдками, которые тут обитали. Так, ну тут еще, в принципе, где-то недалеко был еще один знак вопроса. Как до него добраться, надо сейчас как-то определиться. По склону я тут смогу забраться, да. Плотве, плотвичке. Так, ух ты, это что за неведомая хрень, блин. Так, я лучше сразу же квенчик. И вперед, 23 уровень, ни хрена себе. Воу. Ух ты. Блин, он еще блоки ставит, ублюдок. Эх. А, это хрень, что он меня травит. Ах ты ж, ублюдок. Сдохни, сдохни, тварь. Панцирь, голова, глаз, ни хрена себе. Я первый раз такую хрень встречаю. Малый зеленый мутаген. Так, ну тут должно быть что-то прикольное, блин, на самом деле. Фосфор, камень Марена, Адандейт, квенский гамбизон. Так, ну посмотрим, что это за Адмандейт. Говнище. Охренеть. Артаски. Дополнительный крит. Критический удар, заморозку, говно. У меня это, у меня получше. Гамбизон тоже говно. Короче, не оправдались мои ожидания. Ничего особо такого уж полезного прям не нашел. Абсолютно. Так, ну я думаю, мне бы не проще сбегать вот сюда, в это селение, в принципе. Я тут еще никогда не был. А, хотя вот тут что-то есть интересное с той стороны. С той стороны есть что-то интересное. Надеюсь, именно с этой стороны мне надо будет добираться по морю. Ух ты, там кто-то гуляет, вижу.
эти ублюдки. Так, я бы немножко похавал, да? Да тут вообще надо медитацию делать. У меня вся ласточка уже израсходована. Медитация. Часик хватит. Да, но опять надо, блин, выпить яду. Так, где у нас там самое распространенное? Так. Виверна, вот. Ой, блядь. Забыл. Ну, Е надо нажимать. Так, и Кимы. Да, вот и Киму тоже выпью. И поехали. Возможно, блин, не с этой стороны. Я надеюсь, что с этой стороны подбираться. Тут, блин, куча сейчас будет у меня проблем под водой. Еще один. Еще один плывет. Вот вижу, вижу, вижу. Еще один. Догонять его, что ли, придется самому. Под водой, мне кажется, он быстрее плавает. Ведь создается такое впечатление. Просто ладно, пошел в жопу, не буду я за ним гнаться. Видно, что он обоссался, когда увидел, что я его друзей, блин, нахрен послал. Так, нет, все-таки, видимо, я ошибался. И так я не доберусь до знака вопроса. Да. Это надо со стороны города будет подходить. Так, сейчас у меня какая задача. Мне нужно добраться до тех поселений, которые тут недалеко находятся, разведать территорию. Что-то как там. Может, какие-то раритетные вещички найду. Короче, будем посмотреть. Так, ладно. Привет, ребята. Что-то у вас там есть? Или вы голенькие, босенькие? Нет. Да, есть все-таки какая-то говнище. Мозги, блин. Да, ХП немножко повышается после нанесения ударов. Отлично. Так, бегу я совсем в другую сторону, хотя я уже должен поменять ориентир. На самом деле, мне надо вот сюда. Хочу посмотреть, что это такое. Для этого мне понадобится моя верная плотва. С помощью нее я смогу пробежать мимо всяких мелких тварей, которые тут обитают. Добраться на то, именно на то место, что не надо. Куча этих крабов дебильных. Черту с ними тягаться. Самого главного краба я там замочил. Этого достаточно. Волки. Нет уж, волки, до плотвы не доверетесь так просто. Так, это что? Виноградники, черт побери. Я понял. На самом деле это чье-то поместье, виноградники. Узнать бы, что это такое. И смогу ли я какую-то пользу с этого заиметь. Торговец идет. Давайте с ним пообщаемся. Приветствую. Привет. Покажи свои товары, дружище. Покажи свои товары. Так, есть что-то полезное у тебя? Нету. Одуванчик. У тебя одуванчик редкая штука. Тимоматор, толченый жемчуг. Дорогой. Так, ни хрена я у тебя покупать не буду, но твои 160 монеток я все-таки у тебя постараюсь как-то отобрать. Вещичками всякими. Ненужными. Все, в принципе, 9 монеток осталось. Я думаю, этого достаточно. Бывай. Так, давайте смотри. Посмотрим, что это за поселение.
Есть кто дома, хозяева? Ух ты, сливку, первый раз нашел сливку. Раньше сливкой я не баловался, блин. Такая хата интересная, обделанная, обрисованная, прям красотища. Кружка, пустая бутылка, блин. Вроде чисто, уютненько, но бедненько. Кто сеет гречку с просом, тот ходит голый босый. Отличная у тебя пословица. Тело абсолютно неправдоподобное. Так, ладно, тогда мы отправимся сейчас по дороге. Там есть еще одно поселение. Шато Сарасин. Возможно, какой-то квест будет связан с этим шато. Но я думаю, это мы узнаем после того, как доску объявлений исследуем. Воу. Садитесь с нами. Столица мира. Странное вы выбрали место для разговоров об искусстве. Любое место хорошо. Нужно только разбудить в себе вдохновение. Водочкой, например. Водочкой, может, выпьете с нами за поэзию? С удовольствием. Почему нет? У меня как-то в горле пересохло. А ежели сушняк, то грусть в душе и мрак. Наливай, Гастон. Да, с такими не грех выпить. Главное, чтобы они меня тут не обворовали. Господа, я мертвец Гипьян. Я нажрался, как мертвец. А знаете, знаете, что рифмуется со словом «мертвец»? Не будь так вульгарен. Что наш новый друг о тебе подумает? Лучше наливай. Мертвец. Ну хорошо. Только это последнее. О, это Геральт тоже нажрался, блин. Прикол. Сейчас, наверное, без трусов останется. Да, блин, он... Водки нет. Водки нет. Трубадуров. Черт. Вещей моих. Зараза. О, блин, вот это прикол. Вот это прикол. Неужели... Все обобрали, что ли? Да, забрали. Так, ну это задание, да? Найти корабль, идущий в скелли. Так, нет, это надо найти этих ублюдков. Забрать свои вещи. Блин, а меня просто обобрали, козлы. Блин, а это просто пипец. Так, а где это... А где это задание, где меня обокрали? Мне ж надо найти свои вещи вернуть. Так не пойдет. Блин. Так. А вот, вот оно. Барды, ублюдки. Где вы, сучки? Я вас найду. Барды. Сколько здесь бутылок. Неплохо мы повеселились. Трое человек, шесть бутылок. То есть по две бутылки на брата. Нормально, да, согласен. Они забылись, они, наверное, не поняли, что я ведьмак, и я в любом случае их найду, этих ублюдков. Конечно, они будут говорить, что ой, мы пошли там просто еще за похмелкой, ты уж извини, взяли твои вещи, чтобы не замерзнуть. Ну, это все херня. Это все херня. Вы же ведьмак, правда? Погодите, ты с ума сошел? Хочешь ведьмака к этому делу? Нет, давай, ну, давай позже. Я сначала свои вещи верну, потом. Чё? Так, где, вот они. Вот они, два ублюдка. Знаете, что рифмуется со словами «бешеный ведьмак»? Отдавайте мои вещи живо, а то засажу по самые гланды. Это, кажется, белый стих. Заткнись и верни ему все.
Ну так значит, мы квиты, да? Да. Так, да, свои вещи отдавайте. Квиты мы будем, когда вы отдадите мне свои вещи. Все? Портки можете оставить. Мердят у меня онуши. Новиградское гостеприимство. Вот так, ублюдки, связываться с ведьмаком. Как там идут дела? А есть такая страна, где таких как ты... Так, теперь разберемся, что тут случилось. Ребята, рассказывайте, кого убить. Так, кто тут местный хуй? Вот ты? Рассказывай. В чем дело? Ни в чем. Иди своей дорогой. Заткнись, Готтард. Он нам помочь может. Банда волчицы хочет напасть на нашу деревню. Они Бертраму хотят отомстить. Денег у нас немного. Но мы заплатим, если вы нас защитите. Ну давай. Я займусь бандитами. Спрячьтесь по домам и заприте двери. Вы бы с ними поосторожнее, сударь-ведьмак. Они очень серьезные. Да что ты говоришь? Красная шапочка. А ну. Пятнадцатый уровень. Так, подождать нападение банды волчицы до сумерек. Так, эти сейчас попрячутся, а я как раз... Да, я их подожду. Они все разбежались по домам, офигеть. Красавчики. Блин, ну если я сейчас медитацию включу, то... Блин, ну ладно. Мои допинги упадут. Хотя они обновятся-то, ладно. Не страшно, в принципе. Так, все, медитируем. Ну и что? А чё? Оу. Блин, чё это было? А чё нельзя? Какая-то хрень происходит. Почему я не могу медитировать, эй? Так, теперь мне надо... Блин. Немножко обдолбаться. Экима. Так. Виверна. Вот. Все, теперь я готов. Все спрятались. Кто не спрятался, я не виноват. Так, ну сумерки, блин. Вот они. Попрятались, трусы. Мы пришли за Бертрамом. Отдавайте его. И никому вреда не... Открывайте! Ведьмак, тебя что, деревенские наняли? Так, с чудовищами. Наняли, чтобы я их защищал от чудовищ. И от людей, которые умеют превращаться в чудовищ. А ты поверил, что я умею? Разве нет? Можешь проверить, если хочется. Или выдай мне Бертрама. Никого другого мы не тронем. Так, да, уходил уж по-хорошему. Твои слова меня не больно трогают. Забери людей и исчезни отсюда, иначе прольется кровь. Кровь прольется так или иначе, но из-за тебя ее будет больше. Воу! Охренеть. По кругу его гоните. Так, с ними надо поаккуратней.
Так, идите по одному сюда, сукины дети. Так, ладно. Не хочу я на пролом, да? Не хочешь по-хорошему. Ух ты ж. Блин, с этими людьми, с простым мечом обычным. Именно. На, ублюдок. Так, а с тем мы сейчас бы квенчиком быстренько. Наберется квенчик, и мы разберемся. Вот сука. Ух ты, бегает как. Сдохни, тварь. Здорово вы им задали. Вы забыли мне сказать, что она волколак. Так ведь мы же сами до конца не знали. Но это даже лучше. Ведьмаки ведь на то и есть, чтобы чудовищ убивать, разве нет? Спасибо за помощь. Вы заслужили награду. За то, что разбойников отогнали. Так, будем мы тебе вовек благодарны. Отлично. И оружие же ломается. Так, посмотрим, что у них тут было. Этих разбойников. Забыл я спросить, за что она хотела того крестьянина убить. Но, в принципе, насрать. Я взял задание уже. И отказываться от него было уже поздно. Письмо от матери. Да, там может быть какая-то сопливая история, но дело сделано. Кстати, надо сразу же починить свое орудие. Так, а у нас что там? Да, вот эти можно починить. А что у нас поломалось, да? Оп. Девяносто процентов. 84. Достаточно. Так, сохранимся. Я так и не добрался до доски объявлений. Сначала с этими бардами там разбирался. Ну, прикольная, кстати, блин, эта миссия с бардами. Взяли меня, блин, напоили, ублюдки.